поговорок. Да ты что? Пойдем, пойдем, сейчас будешь класть. Турецких авиалиниях летим, говорят, нам вкусно кормят. Тут дети ходят, уже на самолеты налюбовались. Настюша, доченька, тебе нравятся самолеты? Да? Коля, тебе? Нравится. Мне вон тот красный видится, и он красивый, тоже можно красивый. На верхний этаж. Да, а ты видел, что там написано? Что там на самолете написано? Россия. Молодец, да. Андрюша первый раз будет пользоваться автоматом, который продает соки, чай, воду. Где же, Андрюша, деньги? Вставляй купюру. Вот сюда вставляй купюру. Вот. Да. Вставляй. Теперь нажимай вот эту кнопочку. И потом вот эту один. Не-не-не, вот эту один. Вот. Посмотрим, что он тебе сейчас будет продавать. Вот, смотри, поехала штучка. Смотри. Она берет твой чай. Оп, и к тебе привезла чай. Опа-на. Открывай. Бери. Все. Ой, скажи ему, а ну-ка дай мой чай. Тебе понравилось покупать чай? Пойдешь маме расскажешь? Кто тебе подарил мишку? Мальчик дядя. Из самолета? Да. Мишка понравился или мальчик дядя? Мишка. Папа, награда за победу в гонках. Как называется? Кубок. Правильно. Еще кубок. Сам отгорал, да, кубок? Молодец. Еще кубок. Друзья, у нас пересадка на Куала-Лумпур рейс с Стамбула. И мы, наверное, сколько мы? Минут 20 шли, да, пешка сейчас? Минут 20 шли с одного конца аэропорта, вообще в другой конец аэропорта. Мало того, что далеко идти, еще пробираться между народом. Ну вот вроде бы мы пришли вот, к 300-м воротам нашим, выход 300-й. Настя не выдержала. Она отрубилась прямо у меня на руках. Я так отсек, она уже спит. Друзья, наконец-то мы в самолете на Куала-Лумпур. Кстати, смотрите, какой самолетик у нас. Этот самолет побольше, чем предыдущий, на котором мы из Москвы летели. И знаете, мы только зашли в самолет, сразу нам дали вот такие вот три пакетика для детей. Я сейчас вскрою, посмотрю. Такое подозрение, что что-то еще внутри там есть. Не знаю, или просто подложка, или что-то еще интересное. Вот такие вот интересные... Что это? А, кубик Рубика дали. Я в Краснодаре недавно купил. Давай, скажи, где поиграться. И еще дали вот такие вот три напитка. Там состоит долгий полет, 10 часов и 40 минут. А будем мы уже готовиться потихоньку ко сну, хотя вот уже человек спит. Все, что-то интересное будет, я буду записывать. Следите за нами.